В День Конституции Республики состоялось награждение за вклад в развитие Дагестана в различных областях. Как отметил Рамазан Абдулатипов, выдающихся людей должны отмечать и поощрять, так как именно за такими людьми будущее нашей страны. К награде за заслуги перед республикой были представлены работники культуры, здравоохранения, педагоги, руководители районов и предприятий. Все они трудятся в своей профессии уже много лет и за эти годы проявили себя не только как специалисты, но и как настоящие патриоты своего дела, республики и страны. Помимо орденов и медалей, глава республики также вручил почетные грамоты и почетные знаки за любовь к родной земле. Кроме того, состоялось торжественное присуждение званий народных художников, артистов, врачей и учителей республики. Главной обязанностью каждого гражданина является это защита Конституции и законов своей страны. Потому что как только Конституции и законы страны отступают, на их месте выступают разного рода деструктивные силы. Поэтому установка президента, которая была дана новому руководству республики, это восстановление законности и правопорядка в Республике Дагестан. Это восстановление безопасности граждан и государства в Республике Дагестан. Орден матери глава республики вручил Кумсият Нурбагандовой и Зареме Нурбагандовой. Рамазан Абдулатипов отметил, что Магомед и Абдурашид Нурбагандовы показали себя как мужественные и достойные люди, чей подвиг дагестанцы будут помнить всегда. Дагестан испокон веков славился своими горцами, своими мужественными сыновьями. В разных уголках Дагестана таких как матерей, как мы, очень много, к сожалению, очень много. И их сыновей тоже будут помнить по тем поступкам, которые они совершали при жизни. Память людей они всегда останутся. Вот. Всем дагестанцам, всем россиянам, которые нас все это время поддерживали, большое спасибо. Всех благ их семьям, пусть у них все будет хорошо.